Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас бегу в Резервд. Хочу снимать видео о распродаже. Я видела там много красивых платьев. Наверное, стоило мне посетить магазин неделю назад. Но неделю назад я ездила в Дюссельдорф, снимала Massimo Dutti, COS и Uniqlo. Поэтому, надеюсь, я не совсем опоздала. Найду, о чем поснимать, о чем рассказать. Обязательно будет все прописано внизу под видео. Все вещи, которые я примеряла, артикул, размер, мои параметры. В общем, подписывайтесь на мой YouTube, на мой Instagram. Ссылочки будут внизу. Тут у меня бокс подарочный из Rossmann. В этом видео я уже подробно не буду рассказывать, как получить всякие подарочки и всякие приятные бонусы в Германии. Я, наверное, сделаю отдельное видео. Про Макдональдс, про Хэппи Мил, как можно получить флайеры бесплатно, про Rossmann, про Lidl. В общем, сделаю отдельным роликом, поэтому подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Сейчас переключаемся, бежим на шопинг. И сейчас я хочу вам показать платье Резервд. Оно мне нравится из всех моделей, которые я выбрала, больше всего. За счет своего качества, расцветки, несмотря на то, что модель довольно несвойственная мне. Оно слишком нарядное, я бы сказала, что модель в стиле Есении, но тем не менее, мне кажется, такая расцветка мне идет. На мне размер 38, первая цена платья 50 евро, вторая с учетом скидки 40 евро. Эта модель есть от 34 по 44 размер. Модель платья с таким вот эффектным воротом, рукав идет с манжетами, застежка впереди полностью идет на пуговицы, большой накладной карман, есть также два боковых кармана. Что касается ткани, ткань невероятно хорошая, качественная, плотная, приятная к телу, и это хлопок 100%. Это платье могу вам рекомендовать. Дальше хочу показать еще одно классное платье по качеству, по составу, по крою. Я очень люблю модели платьев на запах. К сожалению, не было моего размера. На мне 42 размер. А в зале остались либо совсем маленькие 34, либо вот такой большой. Я побоялась брать платье на малютку. Побоялась, что оно не застегнется, и я не смогу вам отснять модель. Платье очень красивое, я на него положила глаз еще когда была полная стоимость. Первая цена 46 евро, сейчас с учетом скидки оно стоит 30 евро. Я видела многие-многие девушки, брали его в примерочную, оно великолепно смотрится, садится, можно смело заказывать онлайн. Состав 92% вискоза и 8% полиамид. Есть в двух цветовых решениях, такая же модель, есть еще в розово-зеленом оттенке. К сожалению, в зале не было этой модели, но я обязательно вставлю картинку. Возможно, вы сможете заказать онлайн. Далее еще одно неплохое платье. Единственное, что летом в нем жарко, это больше вот на осень, на весну. И я брала на размер больше, чем я ношу. На мне размер L. Эта модель есть от XS по XL включительно. Процент скидки небольшой, 28%. Первая цена 60 евро. Сейчас с учетом скидки стоимость 40 евро. Платье в стиле блейзер. Идет двубортная застежка на пуговицы. Юбка в складку, карманов нет. Что касается состава, 53% полиэстер, 24% вискоза, 12% акрил и 9% хлопок. Далее я хочу показать еще одно платье, длина макси с V-образным вырезом. Оборка идет по низу платья. Эта модель есть в 6 разных цветовых решениях, в зеленом, в цвете какао, в цветочек и так далее. Я выбрала в таком красивом синем, делала акцент на цвет, думала, оно сядет превосходно, но смотрится слишком просто. У него хороший состав, но...
как смотрится платье, мне не нравится. Первая цена 25 евро, и вторая цена с учетом скидки 20 евро, на мне 38 размер. Хочу показать вам еще одно неплохое платье. У него красивая расцветка, красивый фасон. Единственное, что оно полностью из синтетики. Сбоку на скрытую молнию застегивается, впереди по планке идут пуговицы. Рукав на манжете и на пуговицах. И мне нравится вот этот очень красивый воротничок и оформление пуговиц впереди кружевом. Юбка в складку, она идет двойная, с подкладом. Очень таким ярко-зеленым я была удивлена, какого цвета подклад. И здесь я вам показываю качество швов, ткань, чтобы вы могли детально рассмотреть, если будете делать заказ онлайн. На мне 38 размер. Эта модель есть от 34 по 44, и стоимость платья 30 евро. Далее хочу показать еще одно вискозное платье, но, честно сказать, я недовольна качеством, и мне не нравятся определенные детали, как вот гармошка на рукаве, либо вот эта вот планка на поясе, слишком она тоненькая. Стоимость платья 23 евро и первая цена 40 евро. На мне 44 размер, и он максимальный, просто меньше в зале не было. Я бы рекомендовала такое платье только в желтом цвете. Обязательно вставлю картинку, обратите внимание. В принципе, состав у него неплохой, приятная цена, легкая, летняя, для таких вот вечерних прогулок, но есть нюансы. Я бы приобрела лучше одно платье, например, в кос, чем два платья, например, в резервт. Если вы не смотрели мой влог в кос, я вас приглашаю, ссылку оставлю под этим видео. Далее еще одно черное платье, оно идет со спущенной плечевой линией, вы можете опустить рукава и сделать открытыми плечи, либо поднять вот таким образом, как я. Это хлопок 100%, но, к сожалению, как по мне, платье придает объема, а вернее, правильнее сказать, лишних килограммов. На мне 38 размер, цена платья первая 60 евро, с учетом скидки 40 евро. Эта же модель есть также в синем цвете. В общем, мне кажется, на лето оно слишком громоздкое, тяжелое, такое какое-то многослойное, темное. Ну, я бы не остановилась на нем. Далее белое платье. Точно так же спущенно-плечевая линия. Вы можете убрать эти бретельки, они отстегиваются. Но, как по мне, платье смотрится неряшливо. На груди полностью резинка, оно в обтяжку, что также не совсем привычно, учитывая, насколько я люблю оверсайз. Но если вы любите бретельные модели, обратите внимание. В принципе, хлопок 100%, есть в белом и черном цвете. Как пишут на сайте, это платье с оригинальной горловиной. Первая цена 50 евро и с учетом скидок 40 евро. Thank you.
манго распродажа до минус 50%. И первое, что вам хочу показать, вот такую вот рубашку из хлопка с накладным карманом и очень симпатичным воротничком. Единственное, эта модель подойдет для девушек чуть ниже среднего ростом. Мне показалось, на меня она села куца, у меня 1,74 м. Итак, на мне М-ка, стоимость со скидкой 20 евро, состав 84% катон и 18% полиамид. Она ярко-желтого цвета, вернее, полоски яркие-яркие, не такие, какими кажутся на камере, застиранными. Вообще у нее объемный фасон, объемная модель. Но вот видите, почему-то есть сборки под рукавом. Я не поняла, что это на самом деле. Возможно, из-за моего роста. Не совсем понятно мне, как она села. Но приятный цвет, хороший состав. Нужно пробовать, мерить в магазине, обратите на нее внимание. Но заказывать онлайн не рекомендую, потому что есть вопросы. Дальше вот такое платье. Безумно красивого цвета. Цвет украшает, по крайней мере, моему цветотипу подходит. Очень приятное. Из всех вещей в манго оно мне понравилось больше всего. На мне размер М. Первая цена платья 50 евро. Сейчас с учетом скидки оно стоит 30 евро. Платье в стиле сафари, оно мне безумно нравится. Мне теперь идея фикс найти идеальное, подходящее мне на 100%. Эта модель есть в терракотовом цвете, 100% лен, короткий фасон, прямой. Вот здесь я немножко засомневалась, мне не совсем комфортно. Кажется, что оно будет мяться и станет еще короче. Ткань безумной красоты, хочу вам показать ее поближе. Претензий к качеству абсолютно никаких нет. Далее хочу показать вам еще одну рубашку. У нее приятная цена 18 евро. Первая цена до скидок была 40 евро. На самом деле в манго невероятное количество рубашек на любой вкус. Очень широкий ассортимент моделей и цвета моделей. На мне М-ка. И эта модель подойдет на высоких девушек, если у вас также широкие плечи, как у меня, и длинные руки. В общем, эта рубашка села на меня неплохо. И я удивлена, что у нее полностью натуральный состав. 100% хлопок. Принт в клетку виши. Как я сказала, объемный фасон, длинные рукава. И сама она идет немного такая вот удлиненная. Мне очень нравится носить подобного рода рубашки на выпуск. Но при желании можно заправить. В общем, можно с ней по-разному поиграть. Вещь хорошая, я однозначно рекомендую. Далее еще одна рубашка. Как я сказала, приятные цены в манго, поэтому в этот раз в обзоре будет много рубашек. Белая. Написано на сайте, что у нее швейцарская вышивка. И в зале она мне показалась весьма интересной. Эта модель есть в голубом и белом цвете. Хлопок 100%. Мне не понравилось, что манжет всего лишь на одну пуговицу. И пуговицы довольно тонкие. То есть, если приобретать эту вещь, я, например, бы заменила все пуговицы на более качественные. На мне L-ка, потому что визуально M-ка показалась мне маленькой, она сидела бы на мне куца. Но L-ка также не села в плечах, модель велика. Стоимость рубашки 26 евро и первая цена 46 евро. В общем, все индивидуально, необходимо мерить. Онлайн бы я не рекомендовала заказывать эту рубашку. Далее вот такое симпатичное платье, приятная у него расцветка, желтая, в розовый милый цветочек, сидит неплохо, М-ка, синтетика 100%, а сейчас его стоимость по скидке 20 евро, первая цена до скидок 30 евро, в общем, не могу сказать ничего хорошего либо плохого. Если для вас синтетика приемлема и не смущает, что платье может подчеркивать каждый лишний грамм, даже будет видно, например, какое белье на вас надето, тогда можно покупать это платье. Оно, в принципе, подойдет для прогулок с детьми. Женственное, милое, в принципе, неплохое. На 4 с минусом, вот так я сказала бы. И напоследок хочу показать вам вот такое красивое платье из распродажи в манго.
В зале я увидела невероятной красоты эту же модель, только в красном оттенке. К сожалению, платье было одно единственное в размере XS, и я не рискнула брать его для примерки. Поэтому взяла в белом цвете, но не совсем довольна, как на меня село платье. В области спины сзади оно топорщится, и в области подмышек не совсем моя пройма. Как я сказала, на мне М-ка, это 100% лен. Первая цена платья 60 евро, с учетом скидки 40 евро. В общем, я бы вам рекомендовала обратить внимание на красную модель, но обязательно необходимо примерять, потому что есть нюансы не с тех моделей, которые сядет 100%. Итак, друзья, таким получился шопинг-влог. Я надеюсь, что он вам понравился. Вообще уже заходят новые коллекции, поэтому скоро я буду делать обзоры на новую коллекцию Resort, Manga, Boss, Massimo Dutti и так далее. Подписывайтесь на мой YouTube, на мой Instagram. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!